Полиция Италии арестовала 17 фанатов московского ЦСКА в день матча Лиги Чемпионов, в котором армейцы встречались с Ромой. На 71-й минуте встречи фанаты армейцев начали жечь фаера и бросать их на хозяйственный сектор. Беспорядки переросли в драку со стюардами, и лишь вмешательство полиции успокоило разбушевавшихся гостей. Россиянам грозит немедленная высылка из Италии, денежный штраф, запрет на посещение футбольных матчей, не исключается также и тюремное заключение. Матч закончился со счетом 5-1 в пользу итальянской команды.